Привет, друзья! Публикуем кадры вылета на вертолете Ми-8 российской поисково-спасательной группы. Вертолет сопровождают два вертолета Ми-28 и К-52. Специализированное подразделение по поиску летчиков состоит из группы огневой поддержки и медицинского работника. Медик помогает в операциях по спасению. Он также наблюдает за обстановкой, помогает в эвакуации и оказывает первую помощь пилотам в случае нештатных ситуаций. Также на канале вы можете посмотреть видео «Учение летчиков России по выживанию на территории врага». Спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.